Еще одна работа Салавата Щербакова была открыта на днях в Сегеже. В сквере у здания городского центра культуры и досуга открыли памятник медицинской сестре. В годы Великой Отечественной войны в Сегежском районе размещалось 16 госпиталей. 12 февраля 1942 года ночью в окна зданий полетели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Пытавшихся спастись от пожара настигали пули финских диверсантов. В ту ночь в поселке Петровский Ям были расстреляны 33 красноармейца, 28 медработников, 9 раненых и 15 гражданских. Бронзовый памятник «Медицинская сестра» увековечил имена погибших в той трагедии.